книгу «Приключения Пети и Волка». Книга от автора Ксении Кокаревой. Книжка очень интересная. Она обязательно понравится тем, кто любит посмеяться, и детям от 7 до 12 лет. В книжке рассказывается, как волк заподозрил, что перемещаться между мирами может не только он, а это грозит очень большими неприятностями. Чтобы выяснить, кто же еще обладает такими способностями, Петя и Волк отправляются в библиотеку Змея Горыныча, где узнают о существовании волшебных мостов. Так и начинается их новое приключение.